первый мяч, я считаю, что это на усмотрение судьи, вот, а второй мяч, офсайд. Небольшой, но был. На самом деле, сегодня, мне кажется, это была наша лучшая игра, но это не последняя сей игра. Ребята все старались, реально старались. Немного сегодня нам не повезло. Сегодня очень обидно было, реально. Потому что, ну, ребят реально была колоссальная самоотдача сегодня. И настрой был очень серьезный. Играли реально на победу. Ну, мне кажется, болельщики сами все видели, но не повезло реально. Немного не повезло, глупые ошибки опять допустили. Обидно реально, очень обидно. Это огромное спасибо нашим болельщикам, то, что приходят в такой трудный период для команды, в такую холодную погоду нас поддерживают. Большое спасибо вам.